так получилось, что на Кавказе настолько популярна борьба? Вот смотрите, все тренеры выходцы из Кавказа, ваш коллега Давид, вы. Почему так? На этот вопрос я не могу ответить. Но у нас на Кавказе как-то единоборство доступно в плане финансового. Борцовки купить – это мелочи, и трико тоже купить – это мелочи стоит. Так что каждый ребенок может себе позволить купить борцовки, трико и пойти в спортзал, и он уже занимается спортом. И наши прославленные спортсмены, наши прославленные борцы, они все занимаются практически рядом. Ты на них смотришь, равняешься, и уже это тебя завлекает, и автоматически вливаешься в это. И, не знаю, у нас и конкуренция большая, и поэтому у нас такие чемпионы вырастают. А вот расскажите, пожалуйста, на кого равнялись вы, и как получилось, что вы пришли в борьбу? Ну, у меня... Как на борьбу я пошел по стопам брата. Мой брат пошел с самого начала в секцию борьбы, а я автоматически просто за ним пошел. И не знаю, как-то даже, может быть, выбора даже не было. Он пошел, и я за ним, вот и все. Но сначала меня не приняли, потому что я был какой-то маленький, хрупленький. Я и до сих пор, по-моему, такой немножко худощавый. Но меня сначала не приняли и отправили домой. Но спустя 2 года я пришел, и вроде бы все удачно получилось, раз я нахожусь здесь. Удачно, бесспорно. Вот скажите, пожалуйста, вы суеверный человек? Есть ли какой-то ритуал, который вы выполняете перед выходом на ковер? Ритуала нет, но на самом деле я суеверный. Ну, как я могу вам сказать? Ну, я никогда не выступаю в каких-то других, другого цвета носках. У меня постоянно белые носки. Это обязательно, потому что, когда на мне бывает другого цвета, я себя чувствую некомфортно, как будто я первый раз на ковер вышел. Так что вы меня никогда не увидите в каких-то зеленых, черных, красных, никогда не. Только белые носки на мне обязательно должны быть. А остальное вроде нормально. А на свою свадьбу вы тоже белые носки надевали? Нет, на свадьбу я черные носки одел, так как этикет должен соблюдаться. И черные туфли, черные носки. А вот в финале вы встретились с азербайджанским борцом. Как вы оцениваете его? Азербайджанский спортсмен. Я его давно знаю. Он очень сильный борец. Он олимпийский чемпион Лондона. Очень техничный и интересный. Как борец, так и человек. И вне ковра я с ним очень хорошо общаюсь. Но на ковре это другое. Он, на ковре он мой соперник. И нужно побеждать и только. Вот. А расскажите, пожалуйста, о чем вы думали, стоя на пьедестале? Я всю жизнь к этому шел. Я не знаю, как вам объяснить это. Эти чувства, наверное, нельзя передать, потому что это какие-то особые чувства, стоять на пьедестале, потому что не каждому довелось это чувство испытать. И поэтому оно особенное. Это очень, очень круто, очень приятно. Каждому спортсмену я желаю испытать это чувство.